Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Взятие города Гай. Тогда Господь сказал Иисусу: «Простри копье, которое в руке твоей, к Гаю, ибо я предам его в руки твои, и засада тотчас встанет с места своего». Иисус простер руку свою и копье, которое было в его руке, к городу. Сидевшие в засаде тотчас встали с места своего и побежали, как скоро он простер руку свою. Вошли в город и взяли его, и тотчас зажгли город огнем. Жители Гая, оглядевшись назад, увидели, что дым от города восходил к небу, и не было для них места, куда бы бежать, ни туда, ни сюда. Текст по книге «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.